Всем привет, и я дальше буду продолжать выполнять миссии. Смотрим. Заходим. Так, я пропустил. Садимся в машину. И едем к точке. К синей точке на карте, видите? Вот туда и едем. Так, здесь вот эта первая миссия после того, как я открыл этот город. Так что я скажу насчет этого всего, что тут уже будут миссии намного сложнее от тех миссий, которых мы уже прошли. Вот мы приехали к точке. Нужно посигналить. Сигналим. Так. Так, его взяли. Это наш дружбан будет уже. Или он был наш, не знаю. Теперь едем на вот на красный хрестик, видите, где это? Или это какая-то больница, или аптека, не знаю точно, что это такое. Ну чё ты не едешь, а? Давай, 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 давай. Эх, говно. А не машина. Где такие вообще выпускают? Мне скажите, пойду завод спалю. Хорошо едет, но плохо ездит. Хорошо ездит на хорошей дороге. А на, сами понимаете, на почем она не едет. Где-то подъезжаем уже. Ага, я понял, да, это больница. Вот, приехали. Так, я вот бы хотел посмотреть это видео, потому что я еще его не видел никогда. Так, садимся обратно в машину. И едем к другой точке, тоже на карте синей точкой означено. Так, едем туда. Какой-то человек продает ходы. Сейчас мы его заберем с собой, он будет на нас работать теперь. Сигналим. Все, братуха, седай. Так, теперь едем на стройку. Едем на стройку. Нам еще одного человека надо взять. Нет, это не стройка. Я даже не знаю, что это. Такое ярлык, как не знаю, что это. Что-то думал, что это стройка. Так, поехали теперь вам. Опять к синей точке. О, сколько я здесь переменял. Я не хотел, ребят, извините. У меня очень большой градус разворота. Ездить же мне мешать здесь. Ох, они еще стреляют. Слышь, у меня тоже пушка есть. Сейчас виду дам. Нет, ребята, лучше мы по-другому сделаем. Поедем, перекрасим машину. Потому что мы уже пол задания прошли, а тут еще даже больше, как половину заданий прошли, а тут сейчас нам взорвут машину, а нам машину эту нельзя терять. Заезжаем, красим. Все, полицаи, идите, знаете сами куда. Так, выезжаем. О, это больше нормальный такой цвет.
Так, вот мы уже подъезжаем к этой точке. Нужно сейчас засигналить. Все, так, привет. Так, садись, с нами поехали. Да давай садись, ё-моё. Сколько можно? Мастер вождения еще плюс. Это очень хорошо. Так, вот мы и приехали, можно так сказать. Да, мы приехали. Да. Вот заезжаем сюда. Выходим из машины. Что он хочет, я не понял. А, вперед. Короче, как с передом заехать. Приехали. Так, я пропустил. Ну вот и все. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Миссия пройдена, ничего сложного не было. Всем удачи, пока.